вы можете смотреть меня без донатов. Вы не обязаны донатить. Обязаны. Смотрите меня бесплатно. Это самое лучшее, что вы можете. У меня есть 100 тысяч рублей, а у вас есть выбор. Либо забираете все, либо столько, сколько посчитаете нужным, а остатком поделитесь с другими стримерами. Все в ваших руках. Забираем все. Зерновка, звучит как идея для охуенного видеоролика. Ну подожди, если мы забираем все, это жесточайший минус рэп. Давай реально подумаем. Типа кому раздать или что? У меня есть 100 тысяч рублей. Это кто? А у вас есть выбор. Зерновка — это ютубер. А, да? А у вас есть выбор. Либо забирайте все, либо столько, сколько посчитаете нужным. А остатком поделитесь с другими стримерами. А мы можем выбрать, кому задонатить? А что он снимает? Я просто не шарю. Ну, в основном доначивают 5 миллионов рублей стримеру. Вот такая вот тема. Ну, тут только за 100 тысяч рублей шел разговор. Вот давай так, чтобы не наглеть реально, чтобы плюс рэп получить. Зерновка, слушай. Не, серьезно, не шарю. Вот я сейчас открыл твой YouTube канал, я просто... Я думал, ну, это просто какой-то байт, понял? Нет, я просто, нет, я нет, просто нет. Не давай знаю, так, кто давай это, так. Это все. При давай всем так, уважении. Чтобы... Сори. Вот, чтобы... Ну, как сказать? Ну, сколько... Блять! Я не понимаю. Давай, мы, вот мы давай честным. Мы на YouTube сейчас попадаем? Каждого мы человека... Мы сейчас попадаем на YouTube или да, что? Да, да. Давай так, Зерновка. Вот немножко рассудим такой вот философский такой моментик. Смотри. Каждого человека... должно ебать только то, что вот у тебя в жизни происходит и в жизни у твоих близких людей, да? У самых близких, у твоей семьи, у самых близких друзей, правильно? То, что у других стримеров, меня это волновать не должно, правильно? И с этой точки зрения мы должны забрать себе все эти деньги. Допустим. Но поскольку мы люди подкованные в интернете и знаем, как моментально могут отменять в комментариях, я так хочу сказать... Я хочу, чтобы ты все эти деньги задонатил другим стримерам. Тем, у кого денег меньше, чем у нас. Где подписать? Я если расписываю. Не будет сообщения о том, какой я красавчик в комментариях, блядь. Я расписываюсь, понял? И я, ну так как это на моем стриме происходит, я расписываюсь, ставлю подпись внизу. Брат, если честно, ну просто давай так, вот чтобы было честно. Ну вот просто напокушать нам, вот чтобы... Вот мы твой, любим вот поесть. Мы за, вот мы любим поесть, вот за твой счет поедим с кайфом, питак... И в конце, смотри, бам-бам, мы скажем... А 95 другим. Смотри, мы скажем в конце. И музыка у них ебанута стильная, тут ничего не сказать. Здесь. Остальные 90 точно не хотите забрать. По пятерочке каждому на покушать. Ты Зерновка, я-я. Ну, я-я, ну в смысле... Я-я. Ну, я горилла. Ну. Ну, вот. Да нет. А, нет? Ну, просто встань. А. Что делать? Ты Зерновка. Да. Я а Зерновка. Я вот ты мне такой. У меня дохуя денег. Я делаю контент на вас. Вы лохи ебаны. Спасибо. Спасибо, Зерновка, за 10 тысяч. Я говорил то, что я... Я говорил то, что Зерновка, с Лехой потрачу их. Но... Не вариант? Потрачу с Лехой. Да ладно, 10 тысяч всего лишь, реально. У меня таких миллион. Серьезно? Да, конечно. Ну, Зерновка. Да нет, больше я тебе не дам. Зерновка, ну ты... Я тебе больше не дам. Зерновка, ну ты говори. Да я девочкам доначу, иди нахуй, реально. Ты, у тебя деньги есть, маленьким... я девочкам доначу. Чувак, маленьким... Ну, с ними в Телеграме переписываются, они мне фотки скидывают. Чё ты, блядь? Зерновка, ты чувак, это делаешь? Чувак, каждая вторая стримерша моя, бро. Зерновка, ну, так я... Ты не понимаешь. Чувак, я Зерновка. А я найду применение нахуй. Этим 90...